Алло. Добрый вечер. Добрый. Пора говорить. Кристин. Что еще раз? К вам едет Кондолиза Райс. Ну, пускай едет. Там еще чеченцы не приехали, нет? Пускай едет, встретим. Так, как-то вы можете не любить негров. Так, вы по какому вопросу звоните? Слушайте, Анатолий, второй раз розыгрыш не имеет смысла повторять. Алло. 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 Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. К вам едет Кондолиза Райс. Кто едет? К вам едет Кондолиза Райс. Это кто? Алло. Так, как-то вы можете не любить негров. Что-что, я вас плохо слышно, говорите погромче. Так, как-то вы можете не любить негров. Так, еще раз, вы, у меня пропущенный вызов от вас. Вот, я перезваниваю, вы куда звоните, кому? Анатолий? Да, Анатолий, театр Каскадеров. Там еще чеченцы не приехали, нет? Кто должен был приехать? Там еще чеченцы не приехали, нет? Вас очень плохо слышно. Давайте с другого номера перезвоним с телефона. К вам едет... Алло. Алло. Да-да, говорите. Анатолий? Нет, это церковь. Вы в церковь попали. Да. А вы что хотите? Добрый вечер. Там еще чеченцы не приехали, нет? Кто? Там еще чеченцы не приехали, нет? Не поняла, кто не приехал-то? Девчонки какие? Кондолиза Райс. К вам едет Кондолиза Райс. Господи. Здравствуйте. Я на Камчатском. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий? Нет, вы куда звоните? Алло. К вам едет Кондолиза Райс. Куда вы звоните? Да. Алло, вам кого надо? Анатолий? Нет. Да, ну и что? Алло. Да, Илюша. Там еще чеченцы не приехали, нет? Вы куда звоните? Так, как-то вы можете не любить негров. Вы идиот и кретин. Алло. Да, слушаю. Анатолий? Сам я на конце. Да. Анатолий? Алло.
К вам едет Кондолиза Райс. Так. Что нужно от нас? Что требуется? Там еще чеченцы не приехали, нет? Нет, к нам никто не приехал и не приедет. А вы куда звоните? Вы куда звоните? Какой смысл звонить и говорить глупости? Они здесь никого не волнуют. Так, как-то вы можете не любить это. Алло, да. Алло. Вечер. Здравствуйте. Я слушаю вас, алло. Райс. А? К вам едет Кондолиза Райс. Спросите еще. К вам едет Кондолиза Райс. Я слушаю, ничего не понял. Алло, я слушаю, да. Алло. Говорите, пожалуйста, я вас слушаю. Алло. Алло. К вам едет... Я вас слушаю. А? К вам едет Кондолиза Райс. И что мне теперь делать с ним? Да, ну и что? Закончится это, когда до вас доплывут военные корабли США. Что мне делать-то в связи с этим? Успокойтесь. А? Успокойтесь. А? Я, брат, что-то не понимаю предмет наших усилий. Успокойтесь. Прекратите звонить. Я звоню. Ваш определитель номера у меня записан. А? Ваш определитель номера у меня записан. Где у вас? Анатолий? А? Вы кому звоните? Вы понимаете? Алло. Да, Илюша. Кому? Да, Илюша. Я сейчас перезвоню, может быть, я буду услышать что-нибудь, я ничего не могу услышать. Да, Илюша. Да. Алло. Да. Добрый вечер. Здравствуйте. К вам едет Кондолиза Райс. Замечательно. Да. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Кондолиза Райс. К вам едет Кондолиза Райс. Да. Алло. Там еще чеченцы приехали, нет? Что? Там еще чеченцы не приехали, нет? Нет, еще не приехали. Скоро будут. Так. Алло. 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 Добрый вечер.
Добрый вечер. К вам плохо слышно. Таниза Райс. К вам. Не понял. Таниза Райс. Еще раз повторите. К вам едет Кондолиза Райс. Кто едет? К вам едет Кондолиза Райс. Ну. Там еще чеченцы не приехали, нет? Кто придет? Там еще чеченцы не приехали, нет? Придет. Закончится это, когда до вас доплывут военные корабли США. Но. Почему? Кто? Закончится это, когда до вас доплывут военные корабли США. Ну а дальше что? А Кондолиза Райс где? Да. Как-то вы можете не любить негров. Не понял, повторите. Так, как-то вы можете не любить негров. Не любить негров? А вы любите негров? Да. Сильно? Да. Ну так привозите негра. Да. Чё, да? Что? Что, да? Это вранье. Что? Это вранье. Что вранье? Нет. Да. Не нравится. А Кондолиза Райс где? Да. Негры где? Да. США. США? А ты где? А? А ты где? Да. США? Да. Адрес дай. США. Адрес дай. И США. Ну, адрес США дай. Да. Алло. 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 Вы мне звонили, алло. А кто это звонит? Это вы мне звонили, а не кто. Перестаньте, ну, это... верить ни в одно ваше слово. А? Перестаньте звонить, никто не верит ни в одно ваше слово. Господи. Какой смысл звонить и говорить глупости? Они здесь никого не волнуют, я еще не то слышала. Я вам вообще не звоню, да вы мне позвоните. К вам едет Кондолиза Райс. Это я уже слышал, вы с кем говорите, понимаете или нет? Анатолий? Кто? Анатолий? Да нет, конечно, вы что-то ошиблись. Слушайте... Здесь нет Анатолия никакого, все. Слушайте, Анатолий... Я не Анатолий. Слушайте, Анатолий, второй раз розыгрыш не имеет смысла повторять. Алло. 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 Храм слушает. К вам едет Кондолиза Райс. Храм. Алло. Алло. Громче говорите. Алло. Алло.
Да, что вы хотели? К вам едет Кондолиза Райс. Чего? К вам едет Кондолиза Райс. Вы куда звоните? Да. Храм. Привет. Алло. Привет. А что это? Это Дима. А? Вы куда звоните? Ты в баню завтра идешь? Вы куда звоните? Ты в баню завтра идешь? Кто? Это храм, молодой человек. Дима. Храм. Привет. Да, веник возьми. Алло. Алло. Привет. Привет. Алло. Спишь? Нет. Это кто? Это Дима. Дима? Ты что, не какой? В курсе? Не в курсе. Ты в баню завтра идешь? Ты, наверное, не туда звонишь. Да, веник возьми, я себе уже купил. Ты кому звонишь? Почему люди, в особенности женщины, стремятся быть модными в большинстве своем? Да. Как ваше имя, Шепард? Евгений Анатольевич. Здрасте. Здрасте. Алло. И что мне делать вот сейчас в интернете, у меня вот здесь на экране, у меня тысячи посланий от совершенно разных людей. Что мне с этими людьми делать? Что за послание? Мне кажется, что мы об этом сегодня с вами давайте и поговорим. Я не пойму, в чем суть вопроса. До свидания. Работал в КГБ. Алло. Алло. Работал в КГБ. Работал в КГБ. Привет. Алло. Привет. Да-да, слушаю вас. Это Дима. Спишь? Кому вы звоните-то? Это Дима. Ну, я что, понял, но вам... Нет, я не в курсе. Ты что... Ты в баню завтра идешь? Да вы ошиблись, никому вы звоните. Номером ошиблись. Говорю, номером ошиблись. Ты в баню завтра идешь? Да, веник возьми, я себе уже купил. Алло. Привет. Алло, привет. Это Дима. Дима какой? Ты что, не в курсе? Да у меня столько знакомых, Дим, ты знаешь. Ты идешь? Какой Дима? Это Дима. Ну, фамилия. Ты в баню завтра фамилия. Идешь? Сейчас, подойди. Фамилия какая? Абдулмамед. Че вы взяли? Не знаю, где у тебя было. Так, город какой?
Чего вы взяли? Я говорю, город какой? Это Дима. Чего ты ржешь? Ты в баню завтра идешь? Город Кеннер. Кемерово? Не Кемерово, Кеннель.